изменений будет дважды. Ну, как бы закрепляем, чтобы она... И все, вот пробуй. Плетение маскировочных сетей для нужд СВО стало уже неотъемлемой частью патриотических мероприятий, которые проходят в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». И он направлен на жителей всех возрастов. В городском округе проводят цикл исторических мероприятий, лекций и мастер-классов. Одной из задач проекта является, ну и безусловно и наша, я уверен в этом, ну, каждого взрослого человека, жителя нашей страны, сохранить в памяти события, и имена людей, которые сделали нашу страну великой. Войска Брянского фронта при содействии с флангов войск Западного и Центрального фронтов в результате ожесточенных боев овладели городом Орел. Встреча в зале ДК «Родина» микрорайона Ферсановка приурочена к знаменательной дате. Ровно 81 год назад советские войска провели операцию «Кутузов», в ходе которой гитлеровская группа армии «Центр» была разгромлена. А советские войска навсегда перехватили стратегическую инициативу на центральном участке фронта. Близость Орла и Белгорода к Москве несла в себе стратегическое значение для немцев. Так «Орел» они называли кинжалом, направленным в сердце России. Передавать эти знания молодому поколению, рассказывать о подвигах наших дедов сейчас как никогда актуально. Так говорят педагоги и ветераны ВДВ, которые тоже присутствовали на встрече. В следующий раз жители микрорайона Ферсановка соберутся в этом же зале уже через неделю, где вспомнят о подвигах великого русского полководца Александра Суворова. Земля остыла от горячих битв. Владислав Грачев, Вильфрид Демпковский, новости Химки ТВ.